вторая всякая всячина, также по принципу состязательности между потенциальными покупателями, проведем мы, значит, опять же будет у нас 9 лотов в данном видео. Тому, кому интересен данный товар, пишите в разделе «Регистрация» и участвуйте, читайте правила, главное, понимайте их и побеждайте. Подписывайтесь на наш канал, жмите лайки и поехали смотреть видео. Значит, абсолютно, точнее, легкая БУ фен, 2400 ватт мощность. Вот это причиндала тут есть к нему. Вообще он в идеальном состоянии, все работает отлично. Начальная цена 250 рублей. Дальше вот такие вот часики. Ничего, такие часики, батарейка новенькая в придачу. Начальная цена 40 рублей. Дальше полотенце 45 на 70. Вот их два штуки, абсолютно БУ. За два штуки 20 рублей. Дальше советская сковородка, алюминиевая такая, толстая советская, 50 рублей. Она абсолютно новенькая. Чеснокодавка. Я не знаю, честно говоря, это какая-то фирменная чеснокодавка. Тут все как бы красиво. Она абсолютно новенькая. Начальная цена 20 рублей. Тут, видите, прорезиненная, все дела. Ну так, чтобы не соскочило. Нож. Польский нож. Вот видите, тут, знаете, как вот у заяц, волк. Тут бульбашки какие-то там внутри. Красивая ручка, ручная работа. Хозяюшка тут написано. Вообще молодцы сделали. 5 рублей. Дальше вот такая вот, я не знаю, там лоток, миска, что это такое. Короче, для запекания. Вот она сеточка, этот, подставочка, плетеночка, все дела. Вот так вот начальная 35 рублей. Стопочки. Вот они все в идеале. Ну или абсолютно новенькие. Вот так вот все в коробочке. 6 штук. Начальная 20 рублей. Кстати, вот эти короткие лоты, то есть всего лишь 9 штук их на видео, я стараюсь записать максимально видео, чтобы не было лишних слов. Почему? Потому что уже правила максимально все изучили. И теперь только вперед и с песнями. Зная правила, практически все лоты можно выкупить. Пододеяльник абсолютно новенький, советский такой, знаете, еще вот с желтизной, потому что долго лежала, залежалась. Тут как бы он весь чистый, но есть места, где чуть желтизна. Поэтому начальная цена 40 рублей. Ну, вроде бы как все. Ребят, подписывайтесь на наш канал, жмите лайки. И самое главное, если зашли на данное видео, не забудьте зарегистрироваться. Точнее, если вас лот какой-то из этих лотов вас устроил, обязательно зарегистрируйтесь в данном ролике. Ну, как-то так. Все, подписывайтесь на канал. Всем пока.